К дошколятам детского сада номер 23 Кубаночка села Джигинка пришел необычный гость. Светофор Светофорович поинтересовался у ребят, знают ли они правила дорожного движения, как переходят улицу и ездят ли в детском кресле. Две команды пешеходов и водителей рассказывали про значение дорожных знаков, сигналы светофора. Инспектор ГИБДД показала значение сигналов постового. Дожевалый знак дорожный, он стоит не просто так. Будьте осторожны, уважайте каждый знак. Импровизированный автомобиль по всем правилам проследовал по проезжей части. За рулем дети. В реальности малыши пока еще пассивные участники дорожного движения. Но к взрослым водителям у них есть просьба. Я бы хотела сказать водителям, чтобы всегда соблюдали правила дорожного движения. И никогда не нарушали ничего. И смотрели на... светофоры. Мероприятия по правилам дорожного движения пройдут также и в других дошкольных и школьных учреждениях Анапского района.